the same. Проснитесь и пойте, мистер Фриман. Проснитесь и пойте. Нет, я не хочу сказать, что вы спите на работе. Никто не заслуживает отдыха больше вашего. И все усилия мира пропали бы даром, пока, скажем просто, что вас час снова пробил. Нужный человек не в том месте может перевернуть мир. Так проснитесь же, мистер Фриман. Проснитесь, вас снова ждут великие дела. Я не заметил, как ты сел. Возможно, мы встретимся позже. Ну, вот и конец линии. Добро пожаловать. Добро пожаловать в сети 17. Сами вы его выбрали или его выбрали за вас? Это лучший город из остатков. Такого высокого мнения по сети 17, что решил разместить здесь свое правительство, цитадель. Столь заботливо... Первое предупреждение, отойти. Это же все, что у меня осталось. Как? Проходи, двигайся. Все хорошо, я иду. Чего? Итак, собираетесь ли вы остаться здесь? Или же кроме вас на поезде никого не было. Далее? Добро пожаловать в сети 17. Здесь безопаснее. Патруль остановил наш поезд в лесу, и моего мужа увели на допрос. Они сказали, что он приедет на следующем поезде. Не знаю, когда это было. Хорошо, что они разрешили мне его подождать. Не пейте воду. Они что-то туда подсыпают, чтобы мы ничего не помнили. Я даже не помню, как я сюда попал. Никогда не отправляются. Не видно, как они едут. Это лучший город из остатков. Они всегда отправляются на них. Я такого высокого мнения о Сити 17. Я смотрю, они и твой чемодан взяли. Им это с рук не сойдет. Столь заботливо предоставлены нашими покровителями. Я собираюсь силами. Называю Сити 17 своим домом. Собираетесь ли вы... Опять доктор Брин? Я надеялся, что в Сити 14 видел его в последний раз. Я бы не стал так громко говорить. Это его опорная база. Здесь безопаснее. Отряд. Откалибровать фотосканер. У нас комплектующие данные. Постой! Куда вы меня ведете? Я? Добро пожаловать! Добро пожаловать в Сити 17! Сами вы его выбрали или его выбрали за вас? Это лучший город для всех! Я такого высокого мнения о Сити 17, что решил разместить здесь свое правительство, цитадель, столь заботливо предоставленное нашими покровителями. Я горжусь тем, что называю Сити 17... Какая-то ошибка. У меня обычный миграционный билет, как у всех. Возможно, мы встретимся позже. Назад!
Я уж поболтаю с ним наедине. Кстати. Помнишь, я должен тебе пиво. Гордон, это я, Барни из Черной Мезы. Прости, что напугал. Я разыгрывал представление перед камерами. Я работаю на ГО для прикрытия. Надо побыстрее, а то возникнут подозрения. Я же никогда не выполню норму избиений. Да, Барни, в чем дело? Я занят важным тестированием. Извини, док, но посмотри, кто здесь. Черт возьми, Гордон Фримен. Как неожиданно. Я тоже не ожидал, док. Он собирается сесть на экспресс до Нова Проспект. Ну, Барни, что ты намерен предпринять? Я думаю. Тут где-то Алекс. Может, она придумает, как ему сюда добраться? Так, если он будет держаться подальше от постов, все будет в порядке. Слушай, мне надо идти. Мы и так сильно рискуем. Ну, хорошо. Кстати, Гордон, рад тебя видеть. Ладно, Гордон, тебе придется идти самому до лаборатории доктора Кляйнера. Вот черт! Вот чего я боялся! Давай сюда, Гордон, пока ты меня не засветил! Сложи чего-нибудь в кучу, чтобы выбраться через окно, и иди на площадь! Я тебя позже найду! Подними эту банку. Уважаемый доктор. Двигайся. Почему Альянс подавляет наш цикл размножения? Я сказал, положи ее в мусорку. Проходи. Порядок, можешь идти. Докладываю о гражданине, признанном добровольной общественной службе. Номер D4322. Нельзя же сказать, что мы вдолаемые. Знают ли наши покровители, что для нас лучше? Что дает им право принимать такие решения за человечество? Отключат ли они когда-нибудь поле подавления и позволят ли нам размножаться? Позвольте мне разрешить сомнение, лежащее в основе вашего беспокойства. Чем отвечать на каждый невысказанный вопрос? Иди на площадь! Сначала давайте рассмотрим факт того, что впервые в истории мы стоим на пороге бессмертия. Этот факт влечет за собой далеко идущие выводы. Да? Он требует полного пересмотра наших генетических потребностей. Он требует планирования. Если мы будем разговаривать, у нас будут проблемы. Что идет вразрез с нашим позитивом. Напомните себе, что наш истинный враг – это инстинкт. Один совет, никому этого не говори. Инстинкт создает своих тиранов и призывает нас восстать. Инстинкт должен быть подавлен. Ты привлекаешь излишнее внимание. С ним нужно нещадно бороться. Начиная с основной потребности человека, должны благодарить покровителей за помощь. Нельзя, чтобы видели, что мы разговариваем. И поглощающие силы. Нажав на выключатель, они изгнали наших демонов одним движением. Они дали нам найти, чтобы справиться с этой манией. Они указали нам цель. Они помогли нам. Двигайся. Все в порядке.
просто есть будет. Вот так всегда. Сначала здание, затем весь квартал. Зачем им сюда приходить? Не беспокойся, они найдут причину. Честную три вторжения. Офицеру бей, всем подставку, ты на один из вас. Уходи. Я вижу и несколько... Черт, я думал, ты легавый. Он на нашей стороне. Что для нас лучше? Что дает им право принимать такие решения? Поглядите на них там внизу. Я же говорила, мы следующие. Надеюсь, ты ошибаешься. Плохие наши дела. Выходи. Я больше не могу. Все будет хорошо. Что же нам делать? Мы что-нибудь придумаем. Вниманию жителей, замечено отклонение численности. Сотрудничество с отрядом ГО награждается полным пищевым рационом. КП уничтожен, сдерживание невозможно. Эй ты! Сюда! Быстро на крышу! Нельзя терять ни минуты! Боги! Подожди! Внимание! Давай сюда, быстро! Внимание! Давай быстро!
Я полагаю, вы доктор Фриман. Внимание! Неопознанное... Нам надо спешить. Альянс может и трудно раскачать, но если уж это сделать, лучше им на глаза не попадаться. Доктор Кляйнер сказал, что вы пойдете этой дорогой. Кажется, он не подумал о том, что у вас нет карты. Я Алекс Венс. Тут где-то Алекс. Мой отец работал с вами в Черной Мизе. Хотя я уверена, что вы меня не помните. Да, неразговорчивый. Помните его по Черной Мизе, старого администратора? Только не говорите с отцом о докторе Брине. Сюда. Забавно, что вы появились именно сегодня. Мы помогали людям сбежать из города пешком. Это опасный путь к лаборатории моего отца через старые каналы. Кажется, мы наконец-то нашли лучший путь.